Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня у нас 31 уже августа 2024 года. Последний день лета. И сегодня весь день с перерывами. То попустит, то опять начинает вот такой вот. С утра начался дождь. Я сегодня на рынок не поехал из-за этого, потому что с утра вот такой ливень лил. Потом попустил к обеду. И сейчас после обеда опять начался вот такой вот ливеняк. Льет, вода стоит, уже не впитывается. Уже со счета сбился, наверное, 10-й дождь за последние дни такой сильный. Короче, почти каждый день сейчас дождь. Такое ощущение есть, что вот все, что в этом году дождей не было, короче, самой весны, такое ощущение, что они решили теперь за неделю, короче, все вылить. Всю влагу, которая именно, ну, осадки, которых не хватало. Реально, столько налило, уже трава все зеленая позеленела, уже опять все повылазило. Короче, как весной уже. И оно вон только это самое, говорю, не успевает просохнуть, и следующий ливень. В общем, говорю, гроза, вон, молния, гром. Короче, такое ощущение, что именно вся влага, которая не была, весь этот засушливый сезон, она решила сейчас вся вылить. В конце лета, в начале осени. Вот такой вот стелет. Короче, если туда выйти, за считанные секунды насквозь будешь мокрый. Просто льет. Льет, как с ведра. Гром, молния, гроза. И днем, и ночью льет, короче. Попускает, только, говорю, чуть-чуть подсохнет и опять. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока!